Новина дня сьогоднішнього, новина буквально цієї години. Путін. Він, схоже, таки потроху взявся мститися за цей от пригожинський заколот, взявся він мститися за свій переляк. Про що я? Тут от щойно стало відомо, що російський генерал Суровікін відсторонений від посади командувача російськими військово-космічними силами. Поки, як бачите, не арештований, але вже відсторонений від посади. Будемо сподіватися, що арешт вже незабаром. Я нагадаю зараз, що за Суровікін такий, його називають ще сирійським м'ясником, за ті усі звірства, які він в Сирії чинив. А він там усе ковровими бомбометаннями закидував, руйнуючи вщент сирійські міста і вбиваючи цивільних. Потім у цього Суровікіна Путін призначив керувати СВО в Україні. Ну і російські пропагандисти тоді взялися битися в істериці, в екстазі. Ну, мовляв, це от генерал Армагеддон, як вони взялися його тоді називати. Це от генерал Армагеддон зараз покаже українцям кузькіну мать. Ну і саме тоді під проводом цього Суровікіна в Україні і почалися масштабні ракетні атаки. Суровікін взявся тоді до своєї цієї улюбленої тактики випаленої землі. Щоправда, вона провалилася, ракет та бомб вони тоді не шкодували, росіяни, вони реально витратили усі свої резерви, ми про це знаємо, але українці, причому чомусь не стали з того приводу панікувати, не перелякалися, не стали просити в Путіна те все негайно припинити, не стали вимагати від Зеленського здатися в полон. От на те все, що Путін з Суровікіним розраховував, все це не спрацювало. Тож Суровікіна забрали з командувачів СВО, а тепер, от, як ми бачимо, забрали в нього і посаду командувача авіації. Чому забрали? Дивіться, не тому, що він погано бомбив Україну, не тому, що він під його проводом втрачено, не знаємо, скільки тієї бойової авіації, гелікоптерів К-52, а нещодавно оцей от стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Так от не тому тепер Суровікіна від посади відсторонили, а тому, що він знав про плани Пригожина піти на Москву. Це з'ясувалося мало не в перший день. Такі підозри, такі чутки тоді лунали. Суровікін виступив з засудженням дій Пригожина, але Путіну те все одно не сподобалося. Він підозрює Суровікіна в найгіршому, і тепер він взявся йому мститися. Суровікіна відсторонено від посади. Так собі думаю, що арешт вже незабаром. Дочекаємося, ми з цікавістю спостерігаємо за тим, що там на Росії, в Москві, в Кремлі відбувається. Хай вони між собою чубляться, ці гадюки. А ситуація на лінії фронту, о перспективах літнього українського наступлення, о F-16 і о возможной масовой мобілізації як в Україні, так і на Росії. Обо всьому этом говоримо з ізраїльським воєнним експертом. Давид Гендельман на зв'язі зі студією. Пане Давиде, рад вас привітати. Слава Україні! Добрый день! Пане Давиде, в американских СМИ был ряд публикаций, где со ссылкой, правда, на неназванных чиновников Белого дома, на неназванных отставных генералов Пентагона, ставилась под сомнение способность украинской армии достичь главной цели летнего наступления, а именно это выход на берег Азовского моря с тем, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Вот насколько вы с такими оценками согласны? Каким вы видите потенциал ВСУ в плане отвоевания оккупированных Россией территорий до начала осенних дождей? Прежде всего, надо сказать, понятно, что начавшееся в июне наступление не получилось быстро, поэтому перешли к тактике медленных прогрызаний. Сейчас действительно весь вопрос, успеет ли до начала осенних дождей. Понятно, что чем меньше остается времени, тем шансы на это падают. Но чисто по соотношению резерва, в принципе, теоретический шанс еще есть. А проблема, как обычно, в переводе теории в практику. На теоретическом уровне есть еще чем это делать. Но если российская оборона будет такой же упорной, как была, то можно в результате и не успеть. То есть нам остается только следить действительно в течение этого времени, которое остается до осенних дождей, успеть или нет. Теоретические возможности еще есть. Пане Давиде, при попытке проанализировать ход украинского наступления, вот трудности с продвижением поясняли минными полями, которые не позволяли даже приблизиться к первой линии обороны. Но вот теперь, когда на некоторых участках фронта ВСУ удалось приблизиться вот к этой первой линии, можно ли предположить, что вот дальше наступление может пойти уже более стремительными темпами в плане продвижения? Ну или же, может, вы скажете, что россияне способны всю оккупированную территорию заминировать, и это будет для ВСУ вот бесконечное продвижение вперед, но исключительно по минным полям.
Мы хотели еще раз подчеркнуть, что главная причина медленного продвижения — это не столько минные поля, укрепления и прочее, это большое количество личного состава, вообще в целом усиление российской группировки в Украине с 200 тысяч в конце прошлого года до 400 тысяч сейчас, и на том же Запорожском направлении находится около 100 тысяч человек, укомплектованных всем вооружением и военной техникой. Возможно, не полностью по штату, но для обороны этого хватает. Это еще раз подчеркивает количественный фактор, потому что те же минные поля и прочее, оно просто несколько замедляет продвижение. Если бы там не сидело такое огромное количество войск, то, несмотря на все эти минные поля, украинская армия давно бы уже прорвалась. И сейчас игра идет в основном на использование резерва. Кто уже ввел и использовал свои резервы, у кого они еще остались. Минные поля, я бы сказал, это максимум второй пункт, если не третий. Если действительно пройдут первую линию обороны, то там может быть проще, опять же, не столько в плане минных полей, потому что к тому времени, возможно, у россиян уже останется меньше резервов. Я бы не подчеркивал, как делают многие, именно важность их минных полей, а именно соотношение сил как таково. Но украинский генштаб пояснял, что вынужден был менять тактику, что сначала все-таки попробовали бронетехникой прорваться, нарвались на вот эти масштабные минные поля, поменяли тактику, и теперь малыми группами пехота пытается вот через них пройти. Поля имеют, разумеется, тоже свою важность, но любые оборонительные линии эффективны только тогда, когда они заняты достаточным количеством войск. Именно поэтому российская оборона там эффективна, потому что там просто находится достаточное количество войск, которые ведут активную оборону, постоянно проводят контратаки и прочее, потому что минное поле — это, скажем так, несколько замедляющий этап для того, чтобы не могло быть каких-то стремительных бросков. Но даже, как мы видим, та же тактика медленного прогрызания там быстро не получается, при том, что это не то, что ломиться танковыми колоннами через минные поля. Опять же, потому что у россиян там слишком много сил, чтобы прогрызть их даже медленно. Еще раз хочу сказать, что минные поля, разумеется, это очень важная вещь, но это только усиливающий фактор. Главный фактор — это большое количество войск.